«Москва, Москва». Именно она – главная героиня знаменитой комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». И неудивительно, здесь Грибоедов родился, учился, отсюда 17-летним ушел воевать с Наполеоном. И все-таки мест, связанных с жизнью самого Грибоедова, в Москве немного. Дом, где он родился, не сохранился, на Пречистенке. Тимирева, где он прожил почти 6 лет, усадьба, вообще не сохранилась, бурьян растет. Дом на Новинском бульваре, где матушка его жила и где он жил, он сгорел в 2012 году, его перестраивали несколько раз. В современной Москве сохранился один из самых грибоедовских адресов. Дом, откуда пошла по столице, а потом и по России, слава Чацкого и его создателя. В марте 1823 года Грибоедов приехал в Москву из Персии, где служил дипломатом, и первым делом посетил ближайшего своего друга Степана Бегичева, которому прочел готовые два акта будущей пьесы. На первый акт я сделал ему некоторые замечания, он спорил, и даже показалось мне, что принял это нехорошо. На другой день приехал я к нему ранее. Он, не одетый, сидел против растопленной печи и бросал в нее свой первый акт лист по листу. Я закричал: «Послушай, что ты делаешь?» «Я обдумал», — отвечал он. «Ты вчера говорил мне правду. Но не беспокойся, все уже готово в голове моей». И через неделю первый акт уже был написан. Степан Бегичев, записки о Грибоедове. Бегичев готовился к свадьбе, и Грибоедов принял на себя почетную обязанность шафера. В качестве приданого жена Степана, дочь знаменитого в те поры коллекционера живописи Ивана Барышникова, получила особняк на Мясницкой улице, куда, устав от бесконечных препирательств с суровой маменькой, вскоре перебрался и Грибоедов. Ему выделили отдельный кабинет, и он принялся за работу, но не только. Обычно чурающийся всяческих светских развлечений, он вдруг стал прилежно посещать балы, чем немало удивил друга. На вопрос, отчего вдруг такая перемена, Грибоедов улыбнулся: «Не бойся, время мое не пропадет». Похоже, драматург изучал натуру. Балы и прочие собрания интересовали его исключительно как материал для будущего шедевра. А часто ему для этого и выезжать никуда не нужно было. Здесь были литературные гостиные, здесь же были чтения, здесь были музыкальные вечера. И вот мы с вами находимся именно в этом зале, который в таком вот виде принимал музыкальные вечера. Единственное, что не сохранилось, где-то во Франции сейчас в каком-то прекрасном, я надеюсь, месте лежит паркет оригинальный, который здесь был, и который, опять же, насколько нам известно, полностью повторял рисунок потолка, который над нами, и таким образом создавал эффект сферы. Правда, сам Грибоедов паркета этого тоже не застал. Он был вывезен французами в 1812 году. А вот от большого огня особняк не пострадал. Согласно легенде, в двух кварталах от него ветер внезапно переменился и погнал огонь в другую сторону. Здесь ему легко жилось, да и работалось тоже. Да пожарная, любимая Грибоедовым Москва сохранилась в этом доме. Уже в октябре он впервые читал комедию друзьям здесь, в этих стенах. Но кроме этого, в этом месте Грибоедов написал два вальса, которые до сих пор известны. Грибоедов музицировал здесь каждый день. Вот рояль, который здесь стоит, он нам напоминает о гении композиторском. В апреле 1924-го Грибоедов уезжает в Петербург хлопотать о публикации пьесы. Однако и в столице все заканчивается лишь многочисленными публичными чтениями в салонах и восхищением слушателей. При жизни автора комедия так и не была опубликована. В 1825-м были напечатаны отрывки, а целиком изрешеченный цензурными правками текст вышел в свет только в 1830-м. Но к тому времени «Горе от ума» в России знали практически все, кто умел читать. «Горе от ума» является уникальным произведением. Это самый массовый самиздат в истории России. По разным подсчетам, 40 тысяч копий было переписано «Горе от ума» от руки. Почему мы в подкорке у нас все эти поговорки? Понимаете, почему? Потому что люди переписывали, понимаете? «Счастливые часов не наблюдают». Это вещь, которая вошла в сознание тогда 40 тысяч человек, и они использовали эти цитаты.
Сбылось предсказание Пушкина, читавшего список комедий в ссылке в Михайловском. Половина стихов должна войти в пословицу. Вокруг неопубликованной комедии разражались жаркие споры, автора ругали за вольнодумство, и Бегичев решил выступить в защиту друга. Написал статью о достоинствах пьесы, но сам Грибоедов упросил его текст не печатать. Потом было восстание на Сенатской, Грибоедова арестовали. Теперь уж точно рассчитывать на скорую публикацию «Горя от ума» не приходилось, а Грибоедов был направлен послом в Персию. Перед отъездом он посетил старого друга и простился с ним навек. Чувствовал, наверное, что живым на родину он не вернется. Степан, когда узнал о смерти Грибоедова, он 3 дня не выходил из этого кабинета. Потом, по воспоминаниям его дочери, он вышел из кабинета полностью седой через 3 дня. Вот так он переживал смерть своего лучшего друга. Особняк на Мясницкой Степан Бегичев через какое-то время продал. Долгое время, в том числе и в советские годы, в нем располагалась больница. Судьба словно хранила это здание. Выжив в московском пожаре, оно чудесным образом выжило и во время бомбежек Москвы в 1941-м. Упав на крышу здания, авиабомба не взорвалась. Она упала таким образом, что взрыватель попал между дранкой. И авиабомба не взорвалась, ее обезвредили, и уже после войны ее вынули из крыши особняка. И это было единственное повреждение, которое было нанесено за время Второй мировой войны этому особняку. Может быть, когда-нибудь в этом доме появится музей Грибоедова. А пока эти старинные стены служат источником вдохновения для журналистов, аргументов и фактов, каждый из которых в любой момент готов провести экскурсию и рассказать историю дома и его обитателей, чье присутствие порой можно уловить в легкой тени, мелькнувшей в старинном зеркале, внезапном сквозняке, распахнувшем окно, и тихом поскрипывании половиц.